Работы по дезинфекции города будут проводиться до первых заморозков. При отрицательных температурах раствор замерзает, и на месте обработки появляется наледь. А пока погода позволяет, хлораминовая профилактика проводится одновременно в нескольких точках города. Работы продолжаются, начиная с 30 марта. К примеру, улицу Антона Вовсеенко отмыли дезинфицирующим раствором уже в 13-й раз. Технология та же. Мыльный раствор с добавлением хлорамина не оставляет вирусам никакого шанса. Обрабатываются остановочные площадки, остановочные павильоны дезинфицирующими средствами со содержащими хлора. Применяется хлорамин-Б препарат в соответствии с рекомендациями производителя. А непосредственно проезжая часть тротуара промываются с использованием также хлорамина и моющих средств, специально предназначенных для автомобильных дорог. В этом году Самара стала чистой, как никогда. По нескольку раз уже отмыли все дороги, тротуары, парки, скверы, набережные. Только за сегодняшний день отмыли 55 дорог и 17 общественных пространств города. Ежедневно около 40 спецмашин занято в дезинфекции городских пространств. По мере необходимости помогает МЧС. Всего за предприятие задействовано порядка 8 единиц на обработку вручную посадочной площадки. Также порядка 32 единиц на механизированную проезжую часть, уборка проезжей части. Продолжается противовирусная дезинфекция подъездов жилых домов. В отличие от уличных работ, эти будут проводиться и зимой. Олег Зверев, Николай Сидоров, события.